Пришельцы излучают спокойствие. Но нужно быть полным идиотом, чтобы доверять им. Они любят общаться жестами. А я хочу пообщаться с ними с помощью этой пушки.
кто больше виноват в этой жизни. Пришельцы или люди, согласившиеся на договор с ними. Но я зашел уже слишком далеко, чтобы повернуть назад.
что мир, который мне известен, на самом деле таков. Мир, в котором существуют пришельцы. Этот магнитопоезд однажды привез меня к правде. Теперь я надеюсь, он повезет меня навстречу моей судьбе.
Как сказал Сартр, ад — это другие люди. Он был прав только наполовину. Я больше не узнаю ни свое тело, ни свою душу. Я уже даже не знаю, кто или что я. Нас отправили спасти маленькую группу людей. Мы не справились. Я не справился. Но их жертва, возможно, спасла человечество. Пока.